Благодарю-с, капрал. Варшава, 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 Золотый бум, белочный бум, Варшава. Варшава, 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 белочный бум, Золотый бум, Варшава. Варшава, 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 золотый гум, давочный гум, Варшава. Варшава, Варшава, эдак, эдак. Судя по всему, до кондиции уже недалеко. А ведь ты всегда был самым умным, самым талантливым, самым красивым. Все девушки были в тебя влюблены. Кроме меня, конечно. Твой роман с Алицией разбил немало сердец. Да, она бросила тебя ради своего скульптора. Но, с другой стороны, она благородно познакомила тебя с Гердой. А в те годы в Польше это был большой стиль. Западная корреспондентка. Ночь вступала в свои права. Звучала музыка, и мы танцевали. Мы были пьяные, уставшие и беззаботные. Но никто из нас даже не мог предположить, что такими беззаботными мы не будем больше никогда. Элизабеточка, а ты взяла свой пакетик с печеньем? Конечно, нет. Может быть, вы сами с ними справитесь, а? Лешек наготовил столько кошачьих глаз, что нам и за месяц их не съесть. Да. Все. Теперь спать, спать и еще раз спать. Как там цитировал Эдак. Уснуть и видеть сны. Быть может.